Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и мы, ручонки, добрались до игрушки Die Young. Давайте вместе посмотрим, что она из себя представляет. Я немножечко, конечно, уже тут побегал, чтобы примерно хотя бы понять и не тупить. Ну, дабы долго не увлекаться и не портить ощущения, решил, что познакомился. I was born into the high life. I always like to exceed. Always love strong sensations. Немножко не будем полностью слушать рекламу про то, как классно она жила и как ей это нравилось. Теперь все равно это уже не так классно. Так, у нас, значит, есть несколько вариантов на такой карте, нарисованной от руки. Это колодец. Я здесь, да? Тут есть какое-то помещение, домики, водичка. Потом там какие-то руины, еще какие-то здания имеются у нас, да? И огромная башня, собственно, типа, куда нам как бы надо идти, да? У нас есть какие-то умения для того, чтобы что-либо крафтить. И задание. Самое главное, это, конечно, забежать с острова. Окей. Для начала нам необходимо выбраться из этого колодца. Вот тебе и паркур. Однако. Как лихо я с таким-то маникюром прыгаю, ё-моё. Ну ладно, допустим. О, господи. Какая-то саванна. I thought I would die down there. Обалдеть. Rose! Andrei! Where the fuck are they? Так, она кого-то ищет, да, но не может найти. Что ж, если верить карте, где-то рядышком должны быть еще колодцы. Вдруг в этих колодцах, собственно, те типы, которые были со мной. Ну или другие пленники. Сейчас посмотрим. Здоровье восстановлено. Так, порвем листики. Какая-то собачка бегает. Я не думаю, что эта собака будет очень доброй. Ладно, погнали. Посмотрим, что там за здание. Самое большое здание там в конце. Икс. В общем, ребят, в целом мы просто познакомимся с игрушкой. Я не думаю, что я буду ее записывать прямо в прохождении. Так, просто маленько побегаем, посмотрим, что она из себя представляет. Насколько она интересная. Либо наоборот неинтересная, кто его знает. Знаешь, что на данный момент это симулятор прыгания и вот этой ноги. Опа, опа. Прыжок, нога, прыжок, нога. Так, я устал маленько. Блин, у бабы хорошая дыхалка, однако. Крепко держится. Источник воды. Экс. Окей. Растениц. Пожалуй, их пособираю пока. Может, в будущем из них что-то можно сделать вкусное и интересное. Подсолнухи. Окей. О, вот и водичка, как на картинке было. Так, набрали, хлебнем. Чуть не по... А, вот что это означает. Пополнение воды, блин, клёво. Всё, она сломалась. Крысы. Крысы пошли вон. Дети. Пошли. Я сказал, пошли. Не, они хотят идти. Веки. Дерзкие крысы. Что-то они мне не нравятся. Я уверен, что они бяки всяко. Сейв поинт. Говорю, они всяко бегают, я уверен. Ай-яй-яй, они кусаются. Ё-моё, я не был к этому готов. Чё? Как так? Ой, ай. Ай-яй-яй. Перестарался. Так. Запрыгаем, готовься. Прыжок, прыжок. Какая нога, да? Оба. Тут еще крысы. Смотрешки, мне ж больно. Ногу грызут. Грызут ноги. Помогите. Ух.
Офигеть, я от страха куда-то запрыгнул. Сам обалдел. Так. Ладно, некоторые места на карте были красным отмечены. Видимо, это типа ключевых. Так, и на какой-то крыше. Значит, есть возможность немножечко оглядеться вокруг. Так. Там какой-то мужик ходит с косой. Сомневаюсь, что он друг. Ай, я коленка себе сломаль. Ух ты, глазики. О, ключ. Всякая эта фигня теперь могу починить. Наверняка этот кран и попить водички. Не, да, конечно, могу и ошибаться. Люди здесь. Так. Не, стекло нельзя разбить, жаль. Так, окей. Здесь я побывал. Там еще вон башня была отмечена, я помню. Так. Че, первый этаж, кстати, да. Загорожен. Сейчас раз, а здесь крысы. Но. Своего рода нежданчик. Да пошли вы. Так, я могу починить? В принципе, да. Ага. В результате этого тратится, конечно, целостность ключа. Добро. Окей. Так, мне нужно хпшки поправить. Какие там я растения кушал? Какие-то красненькие, да? Типа кактуса с яблоками. А, вон они, кстати, впереди. Что-то где-то шумит. Ага. Вон оно. Змея? Нифига себе, здесь змея есть. Ё-моё, валим. Валим, валим, валим. Блин, змея, змея сейчас укусит. Она же меня отравит. Мне как-то не очень хочется умирать в самом начале. Так, вот, покушал, маленькой хпшкой становил. Уже хорошо. Опять этот шум. Здесь слишком много змей. Кошмар. Так. Тихо. Тихо, тихо. Хоро стонать. Так, пока что вроде никого не вижу. Пока что я один. Это хорошо. Нужно забраться на башню. Окей. Сек. Чё это сюда не пошел? О! Головолом. Глазик. Какой-то символ странный. Текс. Окей. В прицел взял. Добро. Фух. Кажись, я забрался. Паркур мастер. Текс. Веревку не могу брать. У меня уже и так все переполнено. Аккуратненько спускаемся. Вот там кто-то кричит. Нет, конечно. О. Тушенка. Здоров, что такое? Ты кто там? Каким местом, чувак? Shell? I've been locked in the dark for hours. Just get me out of here, please. Я не могу. Be a bitch. Help me. Зашибись, меня еще оскорбляет. Alright. Дерзкий пац. No. Ладно, покидываю. Please, don't abandon me. I'll go crazy in here. Ты не сы, я, может быть, вернусь. Когда-нибудь, нибудь когда. Так, нужен ключ, да? Так, я ничего не могу такое делать, чем бы я мог, там, не знаю, сломать это. Нет, да? Понятно. Так, а что такое? Что-то зелененькое. Watch Tower. Такс. Оп, 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 оп.
Такс. Отлично. Ну-ка. О. Такс. Вообще потрясающе. Как кузнечик прыгает, тудым-сюдым. Следуй красным отметкам, нарисованных на карте. Окей, красные отметки, нарисованные на карте. О, документы какие-то есть. Так, тут я был. Сейчас я здесь. Руины, потом какой-то типа мини-замок с воротами. Ну, ладно. Ауч! Это было больно. Как так? Я думал, я нежно, аккуратно выйду. Оказалось, что я поломался. Ё-моё. Капец, как я далеко это сделал. Ладно, братишка. Раз уж я здесь засейвился и восстановился, то я не буду тебя спасать. Ты уж извини. Пойдем дальше вглубь. Того, что тут от нас хотят. Вау, чуть не укусило. Как жаль, что там костра не было. Так. Все, я устал. Фух, маленько отдохнем. Это руины. Фикс. Вроде пока никого такого страшного не вижу. Это хорошо. Сейчас осмотримся. Ага. Там он. Кто-то бегает все-таки. Подсолнухах. Поэтому я туда не пойду. Не, нафиг. Не хочу. У него коса, в конце концов. Навряд ли он захочет со мной пообщаться. По-доброму, по крайней мере. Так, какой-то мужик пристегнут. Офигеть себе. Здорово, мужик. Тут что-то есть, смотри. Ну ладно. А что это я прихватил и что-то могу на себя одеть или как? Написано, что где-то кострижка должен быть. Странно, но я не вижу костра. Хм. А вот. Отлично. Все, погнали дальше. В случае смерти я уже побегу отсюда. Это хорошо. Так. Впереди собачка. Я очень сильно сомневаюсь, что собачка добрая. Много где собачки? Ой! Меня спалили. Собачуля бежит. Ой, ой, ой. Здесь я не пройду. Так, Бобик. Не трожь меня. Шел вон. Бобик, не трогай. Фу. Я боюсь посмотреть. Ай. Натянулся. Камнями, нет? Нихера не проймешь камнями. Такс. Сейчас там так просто издался. Как же, держите карман шире. Ау, 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 ау. Я и слышу их около своих пяточек. Они хотят оттяпать мне пятки. О. Да, залазь ты, залазь. Иди уже. Совсем что ли жить не хочешь? О, господи, все повисло, все очень плохо. Зашибись, какие лаги. Так, собачуль, пошли вон. Не, ну я, конечно, не надеялся, что они настолько тупые, но все-таки. Чувак валяется. Рашид. Рашид? Ладно, покидываем.
Так-с. Как-то можно запрыгнуть. Нет. Так. А. Могу толкать, например. Не, не могу. А жаль. А вот так можно. Вот это да. Экс. Сейчас, секунду, сбежимся. Ну, да, что-то было. Так. Фух, была не была. Еее! Прыжок. Прыжок веры. Пожарем маленько. Все, погнали дальше. Вай. Ау! Ну как так? Я должен был просто нежно скатиться. В итоге я просто немножечко умер. Опасайтесь стаи собак, которые обитают на острове. Какое счастье. Что я их не заметил. Так, что, опять надо сейчас Рашида увидеть мертвого и скажет, типа, о господи, это Рашид. Рашид. Да. Рашид? Fuck. This can't be happening. Why? Why? Ювайкой. Нужно бежать отсюда. Тут ты опять разобьешься, как всегда, я тебя знаю. О. Чё это? Чёрт, замок. Ошибись. Значит, где-то надо искать ключ. Интересная система на этом острове. Правда, не понимаю, в чем проблема перелезть через этот забор. Такой тификовый. Ну ладно. Понятно, что разработчики решили нам усложнить жизнь тем, что я должен искать эти дебильные ключи. Хотя, в принципе, для такого мастера паркура тут можно через любой забор перекинуться только так. По крайней мере, в реальной жизни это легко сделать. Ладно, там была бы колючая проволока или под напряжением, а то... А, опять змейка ползает. Змейка, уйди от меня. Надо мне кушать, я хороший. Куда бегу, понятия не имею, ребят, честное слово. Просто так бегаю. Куда-то приполз. Там волчонок. О, нет. О, нет, я думал купиться. Я так хорошо камушек бросал. Нет. Волчонок, ты же не хочешь меня съесть, я же знаю. Ты же хороший волчонок. А я невкусный. Я весь потный. По-моему, не вкусен. Ай! Господи. Да. Это вообще слишком смешно. Симулятор какого-то неуклюжего бега. Да уж. Однако. Ой, ладно, ребят, не знаю, короче, собственно, как вам, а я уже как-то в это добро наигрался. Мне хватило. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.